С 15 студеня в области стартовал специальный комплекс мероприятий по попереджению аварий с уделом пешеходов. Специальные рейдовые группы уже распочали обходы приватного сектора. Населенные пункты каля дорог – первые в списке. Сотрудниками ГАИ будет усилен надзор за проездом пешеходных переходов, за соблюдением правил дорожного движения самими пешими участниками дорожного движения. Будет активизирована разъяснительная профилактическая работа в трудовых коллективах. Рабочий нужен. Семир Васильевич. И Осипович. Особенно темнеет ему так вот. Да, улица Молодежная. Як кажуть самі інспектори, подобні зустрічі зараз просто необхідність. Флікер у якості безпечного елемента сапраўды один з шансів врятуватися на дорозі під час ночного шпацира. Для інформації, більш за половину аварій з пішоходами у минулому році відбулися у темний час. Усього в області за 2014 год 209 здарення. Усилен надзор будет в вечернее и ночное время, особенно вот в этих населенных пунктах, которые вот вблизи оживленных трасс. Также сотрудниками ГАИ будет проводиться уборка нетрезвых пешеходов, дабы вот избежать наезда на них. Гэта здымкі аварыі ў Магілёве. Пад коламі Рено на праспекте Шмідта аказалася 31-гадовая магілёўчанка. Жанчына, як паведамілі ў дарожнай міліцыі, пераходзіла дарогу на забараняючы сігнал светлафора. Пешаход атрымала траўмы. Каб спыніць такія аварыі на 10 дзён і такі комплекс. С 15 по 25 января госавтоинспекцией в области проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов и возчиков грузового транспорта. Нужно фликеры носить? Обязательно. Темнота, посмотрите, какая. Ну вот. Почему можно ориентировать правила? Потеряли же вчера, глянулась. А гэты патруль сочыць за наяўнасцю святлоадбіваючых элементаў каля 39-й сярэдняй школы. Такія пасты дзяжураць на тэрыторыі навучальных устаноў раніцай і ўвечар. Па магчымасці яшчэ і бліскучымі амулетамі адзначаць. Также в данный период сотрудниками госавтоинспекции совместно с педагогическими коллективами будет осуществляться контроль за использованием световозвращающих элементов учащимся школ. Наряды ГАИ будут приближены в период, когда дети идут в школу и возвращаются из школы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в микрорайоне школы. Такая узмацненная праца еще до конца тыдня. Да и райс подтримать инициативу и самим удельникам руху не порушать и набыть флипы.